быть в Одессе и не поесть рыбку нельзя. Заведение «Тюлька». Так, сделали заказ, взяли разные тюльки, взяли синенькие, картошечку. Сейчас будем это все кушать. Стасик, ты уже есть, хочешь есть? Да. Ты голодная? Но оно не бисквит. Лера ждет тоже еду. Типа картошки. Все голодные. Все хотят рыбку. Здесь на улице столики. Есть столики в помещении. Цаца, тюлька жареная. Нам принесли заказ. Понемногу приносит нам наше меню. Тут тюлечку жареную, я уже второй день хочу. И ты рыбу хочешь, да? Сейчас будет детская рыбка. Жареные рачки покажу вам. О, Стас и рыбка. Стас, вкусно? Умял, ты такой ест. Стас, хочешь такую еще? Все вкусно, что не успеваю даже заснять. Это вот такие вот биточки из рыбки. Вкусные, с соусом. Это наши остатки еды. Муж говорит, что это специфичная еда, не всем зайдет. А вот мне заходит, и я говорю, что это очень вкусно. Витосы. Мелкие, но вкусные. Так, за полный стол получилось 715 гривен, ну и плюс обслуживание. Очень все вкусно. Обязательно, я считаю, что нужно посетить тюльку. Смели все. Не могу пройти мимо, не показать вот эти вот мусорные баки с подсветкой, с сортировкой. А сверху еще и солнечные батареи. Смотрите, какая классная получилась станция. Крутяк.